стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, документ, который уже сегодня расставляет приоритеты для будущего рывка. В программе никакой абстракции, только конкретные цифры и конкретные предложения. Так, эксперты пришли к мнению, что через 12 лет объемы промышленного производства в регионе увеличатся в 2 раза, а консолидированный бюджет края превысит 600 миллиардов рублей. И это лишь малая часть тех показателей, которым должна прийти Кубань. Сегодня проект стратегии в первом чтении одобрили депутаты законодательного собрания края. На рассмотрение в парламент документ внес губернатор Вениамин Кондратьев. И мы должны любые изменения в бюджет делать, исходя из стратегии, а не шарахаться из стороны в сторону. А дальше мы вместе с вами будем вырабатывать тактику. Стратегия развивает регион на 7 экономических зон, то есть те на самые приоритеты, и нет смысла заниматься, грубо говоря, сельским хозяйством в Армавире, если там нет условий для него. Тогда эта зона промышленная, и мы максимально господдержку направляем как промышленной зоне. Коллеги, безусловно, не то что амбициозные стоят задачи, а необходимые для того, чтобы Кубань сохранила свой экономический рост и благополучие, повышение уровня жизни человека, жителя нашего края, его здоровье, качество лечения, рождаемость, качество образования, оказание каких-либо услуг. Коллеги, все это правильно, но за всем этим стоят деньги. Экономика стоит. Экономика. Мы должны не снижать темпы экономического роста, а их наращивать. Стратегия – это экономическая конституция нашего края, нашего региона. И будем жить по этой экономической конституции. А по-другому невозможно консолидироваться, объединиться и двигаться вперед. Стратегия развития региона учитывает выполнение майского указа президента России. Чтобы сделать это в полном объеме, разработан 41 региональный проект. Основная задача поставлена просто – улучшить качество жизни людей. Для этого, конечно, придется сделать серьезный рывок в экономике. Согласно плану, она ежегодно должна показывать рост не менее 4%. Еще одна амбициозная задача – увеличить к 2030 году валовой региональный продукт в 2 раза. Вы понимаете, что это позволяет власти серьезно вкладываться в развитие качества жизни наших земляков. Это основная цель и задача любого бюджета, на наш взгляд, любых стратегических, индикативных планов развития. Это все должно быть нацелено на улучшение качества жизни наших земляков. Именно опираясь на стратегию развития Кубани, депутаты-чиновники теперь будут формировать и будущее бюджет региона. Краевая казна останется социально ориентированной, заверил губернатор края. Главный финансовый документ на ближайшие 3 года парламентарии одобрили в первом чтении. Голосование, ну, может, кто-то не обратил внимания, оно особенное. И впервые мы, наблюдая за итогом голосования по бюджету, не увидели ни одной позиции против. На мой взгляд, это показатель достаточно качественной подготовки этого документа. В следующем году доходная часть бюджета Кубани должна увеличиться и превысить 272 миллиарда рублей. Для сравнения, только 3 года назад краевая копилка была меньше примерно в 1,5 раза. Так, на социальную сферу в будущем году направят почти 70% средств из региональной казны. Более 50 миллиардов рублей пойдут на развитие образования. Уже скоро откроются 8 новых школ и 7 детских садов. Однако останавливаться на этом никто не собирается, заявил Вениамин Кондратьев. В планах масштабные проекты, которые помогут поддержать талантливых молодежь. Уже приступили к проектированию 12 гектаров для современной школы, 12 гектаров, еще подчеркиваю, школа-интернат для талантливых мальчишек и девчонок, которые живут у нас в сельской местности, в основном, а может быть, в наших даже городах. Но финансовое состояние родителей не позволяет талантливым мальчишкам и девчонкам пробиться в науку. Это будет селекционная школа, по большому счету, для будущего нашего региона. То есть только на конкурсной основе со всех районов края мы будем отбирать туда талантливую молодежь, и там в интернате они будут проживать и в этой школе учиться. И вот здесь мы не тратим деньги, мы их инвестируем. Инвестируем в будущее, по-настоящему инвестируем. И такую школу построим, обязательно построим, коллеги.
Серьезные средства заложены на развитие системы здравоохранения в Краснодарском крае. В следующем году на эти цели в бюджете предусмотрено 48 миллиардов рублей. Деньги направят на создание офисов врачей общей практики, ремонт поликлиник и замену медицинского оборудования. Кроме этого, начнется строительство двух масштабных объектов. В Краснодаре появится новый корпус детской краевой больницы. Расширение ждет и краевую клиническую больницу имени Очаповского. Региональные власти уже готовят проект целого медицинского кластера, который расположится в кубанской столице. Серьезная поддержка ждет еще одну не менее важную отрасль. Объем финансирования агропромышленного комплекса региона составит не менее 7,5 миллиардов рублей. Особое внимание уделено садоводству, овощеводству. Это действительно две такие прорывные отрасли, и финансирование также заложено туда в объеме большем даже, чем в бюджете 2018 года. Но чтобы развивать сельское хозяйство и другие виды промышленности, необходима подготовленная для этого инфраструктура. Вениамин Кондратьев предложил создать инвестиционный фонд. Он будет работать на основе государственно-частного партнерства и смог бы аккумулировать средства, необходимые для прокладки инженерных сетей к производственным площадям. Этот вопрос особенно остро стоит при реализации инвестпроектов в муниципалитетах. Мы в этом году создали фонд поддержки промышленности. 500 миллионов рублей. Это очень правильное дело, потому что нам сегодня нужны и важны все отрасли экономики, даже те, которые, может, мы забыли. И вот в следующем году мы в этот фонд добавляем еще 500 миллионов рублей. Это миллиард. Миллиард рублей – это фонд развития промышленности нашего региона. А с учетом федерального фонда 30 на 70, это как минимум 3 миллиарда у нас есть, дай бог, чтобы федеральный фонд не подкачал, для того, чтобы мы раскочегали собственную промышленность. Но дело в том, что муниципалитет никогда в жизни к своим промышленным площадкам не подведет инфраструктуру. Вот предложение, коллеги, здесь на ваше уже усмотрение, в следующем году мы его внесем, создать в структуре бюджета инвестиционный фонд. Мы туда будем откладывать деньги на государственно-частные партнерства. Тогда у нас будет возможность брать у инвестора деньги из этого фонда, инфраструктуру к этим промышленным зонам подводить, а не перекладывать их бременем на муниципалитеты. Средства из краевого бюджета выделят и на повышение зарплат бюджетникам. Со следующего года они увеличатся на 5%. На 4% проиндексируют все социальные выплаты и стипендии. На эти цели направят более 4 миллиардов рублей. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.